Пчеловоды Алтая привезли в краевую столицу десятки сортов меда из гречихи, липы, акации и донника. Купить лакомство алтайского производства можно до конца этой недели. Мед – это антибактериальное, противогрибковое и антивирусное средство в сезон простуды, отличное средство от болезней. Это последняя уличная ярмарка меда в этом году. Свою продукцию представили около 20 пчеловодов края. Вся продукция качественная. У каждого продавца есть паспорт, пасеки и ветеринарная справка. Пчеловоды говорят, в этом году урожай мед немного меньше. Помешали летние дожди. В этом году было очень сложно. Дожди настолько заливали, что просто получилось, что каждого меда получилось немножко меньше. Вот в этом проблема была, что дождей было слишком много. Пчеловоду не угодишь. Мало дождей – плохо, засуха. Много дождей – плохо, грязь и мед влажный и все прочее. В этом была сложность.